Здравствуйте! С большим удовольствием хочу сегодня поприветствовать всех вас, уважаемые родители и педагоги. Меня зовут Елена Евгеньевна Кокшарова. Я работаю логопедом-дефектологом в научно-исследовательском центре детской нейропсихологии имени Александра Романовича Лурия, город Москва. Стаж моей работы 20 лет. Я сегодня хочу поделиться с вами опытом работы с детьми в возрасте от 2 до 3 лет. Ко мне обращаются родители неговорящих деток. Чаще всего это дети в возрасте от 2 лет. 2 года, 2,6, 3 года, 3,6. Мы с вами знаем, что детишки в возрасте 2 лет в среднем уже произносят 200-300 слов. Проводя диагностику с ребенком, например, 2-летнего возраста, я обращаю внимание не только на то, как говорит ребенок, как понимает меня, понимает обращенную речь, понимает мои инструкции, но и на то, как ребенок действует с предметами, с игрушками, которые я предлагаю на диагностике. Когда ко мне в кабинет заходит мамочка с ребенком 2-2,5 лет, я предлагаю крупяной бассейн. Заранее в крупяной бассейн я прячу игрушки мелкие. Например, это домашние животные. Дети, видя крупяной бассейн, легче идут на контакт. Им интересно запустить ручки в бассейн и посмотреть, что же там спрятано. И здесь я уже вхожу в контакт с ребенком и называю, например, животное. Смотрю, ребенок может повторить или не может повторить. Я смотрю, как развита речь, насколько внимательный ребенок, насколько понимает ребенок то, что я прошу сделать. Мы в крупяном бассейне, например, нашли корову. Ребенок берет фигурку и говорит мне: «Му!» И я уже вижу, может ли ребенок произнести за мной слово «корова» или только может звукоподражать. То же самое с другими домашними животными. Мы все с вами знаем, что есть показатели нервно-психического развития, и мы на них ориентируемся. Что должен уметь ребенок 2 года? Какие слова проговаривать? Например, 2 года ребенок должен говорить уже 200-300 слов, но на диагностике мы с вами уже видим, произносит ребенок ли слова, или только есть звукоподражание, или только отдельные первые слоги, либо часть слова договаривает ребенок. Обращаем внимание на сенсорное развитие. Очень важно на диагностике обратить внимание на то, как ребенок берет игрушки, как манипулирует с игрушками, насколько развиты виды захвата. Здесь нужно, конечно, опираться на то, какого возраста пришел ребенок к нам на диагностику. 2 года, 2,5, 3 года. Обращаем обязательно внимание, берет ли ребенок игрушку кулачком, пинцетиком, либо щипком берет тремя пальчиками. Обязательно обращаем внимание, но не только на виды захвата, а то, как еще работает кисть руки. Почему? Потому что это очень важно. Мы, педагоги, знаем с вами, что речь ребенка напрямую зависит от того, как развита мелкая моторика у ребенка. Поэтому, проводя диагностику и давая дальше материал с пирамидками, со стаканчиками-вкладышами, где мы с вами смотрим, как ребенок берет колечко, как берет стаканчик, насколько скоординированы движения, насколько ребенок понимает нашу инструкцию. Мы в дальнейшем будем с вами выстраивать индивидуальную программу для коррекционных логопедических занятий. Проводя логопедическое обследование ребенка раннего возраста, мы обязательно с вами знакомимся с данными анамнеза. Мы узнаем от родителей о том, что могло привести к задержке речевого развития. Каждый ребенок нужный, желанный и любимый. И родители порой не замечают проблем, которые уже у ребенка возникли. Я что имею в виду?
Дети очень активные, порой гиперактивные. Дети невнимательны, внимание неустойчивое. Уважаемые педагоги, обратите внимание на диагностике, на то, посещает ли ребенок детский сад. Я имею в виду ребенка, который пришел к вам на диагностику. Спросите у родителей, чем занят ребенок днем, что рассказывает воспитатель. Играют ли детки в группе с мальчиком или с девочкой, как раз не говорящим, которые привели к вам на диагностику. Чаще всего можно услышать такой ответ, что дети, те, которые уже умеют говорить, играют. Им интересно взаимодействовать друг с другом. Почему? Потому что речь – это важнейшая функция. А ребенок безречевой деткам будет неинтересен. И такого ребенка чаще всего в игру не берут. Порой дети не включают в игру, почему? Так не берут в игру, отталкивают. Уходи, и ребенок сидит на стульчике. Либо помогает воспитателю накрывать на стол. И воспитатель рассказывает, да, ваш сын или ваша дочь – очень хороший помощник. Вот я прям не нарадуюсь. Но ребенок же не только должен развивать культурно-гигиенические навыки. Ребенок должен учиться взаимодействовать со сверстниками. А безречевой ребенок сидит на стульчике. Здесь нужно обратить внимание на то, что страдает психика ребенка. Ребенок понимает, что он не нужен в игре. Копится обида, злость, и у ребенка начинают формироваться вредные привычки. Подходит, кусает, либо может щипать детишек, тех, которые не берут его в игру. И родители, вечером приходя за детьми, говорят, вот Петя сегодня ущипнул больно моего сына, а мой ребенок рядом стоит, родитель говорит, моего ребенка тоже ущипнули, либо ребенка укусили. Вот ваш ребенок такой-то, такой-то плохой. А ребенок неплохой, просто он не может по-другому выразить свое чувство обиды, потому что он сказать не может. Именно на занятиях по запуску речи происходит волшебство. Дети начинают говорить. Звукоподражание, слоги, в дальнейшем слова. Но не все так легко и просто. Чтобы нам с вами запустить ребенка речь, нам обязательно нужно участие мелкой моторики. Руки, пальчики ребенка. Дети с огромным желанием и удовольствием приходят на занятия. Обращайте внимание на диагностики. Еще перед тем, когда родители заходят с ребенком в кабинет, сам ли ребенок раздувается? И делают ли все за него родители? Больше и чаще всего вы увидите то, что мама сама будет раздувать ребенка, сама снимет кофточку с него, снимет шапочку. Родители порой не дают ребенку самостоятельно делать ничего. Липучки расстегивают родители. Кнопочки расстегнут и застегнут родители. Почему? Спрашиваю я у мамы. Вы все делаете за малыша? А мама мне отвечает. А потому что так быстрее. Я вот всегда, например, опаздываю. И мне нужно бегом-бегом собрать моего ребенка. И мне так удобно. А как же будет у ребенка формироваться моторика, когда все за него делают родители? Детишек 2,5-3 года кормят родители с ложки. И вместо того, чтобы ребенка уже научить кушать ложкой, кушать вилкой, держать кружку, пить аккуратно, не проливая, ребенок-то, оказывается, этого делать-то еще не умеет. На диагностике мы спрашиваем у мамы, а как же вы проводите выходные дни? Мы ходим гулять в парк. А чем вы занимаетесь в парке?
Ну вот мы идем гуляем. Я беру с собой коляску, везу ребенка в коляске, идем на детскую площадку, и там он играет с другими малышами. Вот такой ответ. Родителям нужно, конечно же, рассказывать. Родителям нужно учить, как играть, как гулять в парке. Мы, специалисты, обращаем внимание на то, что родители, гуляя в парке, гуляют с кем? Да с телефоном гуляют. Мама идет в телефоне, либо телефон у уха, рядом идет ребенок, которого она держит за руку, и ребенок смотрит по сторонам. Это называется прогулка в парке. Либо ребенок сидит в коляске, два с половиной годика, а мама разговаривает по телефону. Это прогулка с точки зрения родителей. Нет, это не прогулка. И не должна ни в коем разе прогулка быть такой. Нужно обязательно общаться с ребенком, а не с телефоном. Обязательно рассказывать родителям. Вышли с ребенком на прогулку, забудьте про телефон. Уберите его в карман или в сумку подальше. Посвятите время не телефону, а ребенку. Обращайте внимание ребенка на солнышко, либо на тучи, на проезжающие мимо машины, большая или маленькая, легковая или грузовая, какого цвета машина. Птичек увидели, проговорите, вот птички, возьмите с собой зерна, покормить, дайте вашему малышу птичек. Ребенок с огромным удовольствием будет своей ручкой брать зернышки и кормить. И вы проговариваете гули-гули-гули. И малыш с удовольствием будет подражать. Вот в этом и кроется общение. Обязательно нужно присесть, на уровне глаз ребенка быть. Возьми зернышки из пакета или хлебные крошки. Вот такое должно быть общение. А не так, что мы с вами наблюдаем. Мама с телефоном, а ребенок сам по себе. По окончанию диагностики мы рассказываем обязательно родителям, исходя из возраста ребенка, над чем нужно работать. И это будет не только развитие активного словаря и пассивного, а обязательно развитие мелкой моторики. Мы с вами знаем, что речь ребенка живет на кончиках пальцев. И чем лучше развиты мелкомоторные движения, чем точнее, чем координированнее движение рук, чем лучше работает кисть руки, тем лучше будет развиваться речь ребенка. Теперь давайте перейдем к мелкой моторике. Почему? А потому что речь – высшая психическая функция. Развивать мы ее с вами будем через мелкую моторику. Это один из китов, на котором и строится развитие речи. Мелкая моторика – это тонкие и точные движения пальцев и мелких мышц тела, которые дают возможность работать с мелкими предметами. И для большинства видов работы и творческой деятельности, и игровой деятельности, конечно, нам нужны пальчики. И обязательно нужно развивать мелкую моторику ребенка. Так через что же мы с вами будем развивать мелкую моторику? Как же влияет мелкая моторика рук на речевое развитие? Мелкая моторика повышает тонус коры головного мозга. Мелкая моторика развивает речевые центры коры головного мозга. Стимулирует развитие речи ребенка. Развивает воображение и фантазии, развивает чувство ритма и координацию движений, подготавливает руку к письму. Каковы же причины, которые ведут к недосформированности мелкой моторики? Недостаток времени родителей как причина плохого развития мелкой моторики. Потому что, почему? Потому что родители приходят с работы, заняты домашними делами, ребенка привели из садика, и ребенок предоставлен сам себе. Он играет с игрушками, покормили ребенка, искупали, уложили спать. Все, день закончился. Но, к сожалению, не должно такого быть. Нужно обязательно уделять время ребенку. Не телефону,
после того, когда мама кушать приготовит, а с ребенком позаниматься. Очень часто родители замещают действия ребенка. Это о чем я уже ранее говорила. Сами родители одевают ребенка, раздевают, застегивают липучки, застегивают кнопочки, застегивают молнии на курточке, не дают возможности ребенка самому производить вот эти действия. Хотя ребенок очень рад был бы застегнуть липучку. Вот на диагностике я такое нередко замечаю, когда ребенок тянется сам потянуть, застегнуть на курточке молнию, а мама говорит: подожди, я сама сделаю. Вот так. Ну, я думаю, что вы тоже в курсе, и все мы через это с вами проходили. Но такого быть не должно. Неверное представление родителей о мелкомоторном развитии, к сожалению, тоже в настоящее время важный факт. О чем я хочу сказать? Родители, особенно папы, очень хотят, чтобы ребенок, например, в 3 года уже учился читать, хорошо знал буквы. Почему? Потому что мой ребенок лучше всех. Ребенка родители настраивают на то, что нужно уже научиться читать. Это не редкость. Вместо того, чтобы учить ребенка действовать детальками лего, строить города и башни, гаражи для машинок, мамы и папы учат буквы. А нужно ли это? Неужели ребенок в 3 годика или на 4-м году жизни пойдет в школу? Ребенок обязательно должен проживать свою детскость. Ребенок должен наиграться. Научить ребенка очень важно. Играть и действовать, работать пальчиками. Родители увлечены интеллектуальным развитием ребенка в 3 года. Такое не редкость, но отнюдь не мелкомоторным развитием. Отцы очень горды часто, что ребенок в 3 года уже знает буквы и учится складывать слоги, учится читать. А то, что ребенок не может манипулировать игрушками, не может построить гараж, башенку. Ну и что? А зачем это нужно? Не за горами уже английский язык учить. И на мелкую моторику внимание, к сожалению, обращают родители все меньше и меньше. К сожалению, фактор такой, как педагогическая запущенность, имеет место быть. В современном мире родители работают очень много. И дети часто остаются с нянями. Но это, скажем так, проблема для мегаполисов очень даже актуальна. А для няни важно, чтобы ребенок был накормлен, чистый, ухоженный, соблюдать режим дня. И если с няней не оговариваются дополнительные занятия либо выполнение заданий с ребенком, няня, значит, накормит, погуляет и вечером передаст чистенького, накормленного, здорового ребенка. Все. А родители, приезжая поздно вечером с работы, уже чисто физически не успевают уделять время своему малышу. Ребенка кладут спать, например, няне в 9 вечера, а родители приезжают в 10 в 11 часу. Порой даже не видят детей. Я имею в виду, видят, но только спящего ребенка. Вот так потихонечку формируется и педагогическая запущенность. Потому что с детками не играют, мало общаются. Такого, конечно же, тоже быть не должно. На что еще хотела бы обратить ваше внимание? Сейчас педагоги и воспитатели, и педагоги начальной школы обращают внимание на то, что родители перекладывают проблемы своих детей на плечи педагогов, не уделяя внимания своим детям. Часто мы можем услышать от мамочки: я сижу дома, я не работаю. Вот я привела к вам ребенка на занятия. Значит, вы должны моего ребенка научить тому-то, тому-то и тому-то. Я за это плачу вам деньги. Себя снимают ответственность и не считают нужным заниматься развитием своих детей.
Обратите внимание, даже на диагностике родители сидят в телефоне. Когда мы проводим диагностику с детьми, звонок по телефону, мама берет трубку, начинает разговаривать. Вот о чем здесь нужно говорить? Вы уже прекрасно понимаете с родителями. Либо мама сидит в телефоне, и вот она просто физически присутствует, не имея никакой заинтересованности в том, что сейчас делает ребенок, как проходит диагностику. Это, к сожалению, тоже сейчас нередко, когда родители перекладывают на педагогов всю ответственность. После логопедического обследования мы приглашаем родителей с детьми на занятия. И обращаем внимание родителей на оборудование логопедического кабинета. Родителям интересно посмотреть, с чем же будут заниматься на занятии их чада. Вот посмотрите, пожалуйста, как оборудован логопедический кабинет и что в нем есть. Доски Сигена, обратите внимание. Различная тематика. Животные, домашние, дикие, цвет, форма, величина, транспорт. Эти доски очень хорошо помогают в работе по запуску речи. Бизиборды, 3D-доски. Вот для вашего внимания. Пирамидки, стаканчики, вкладыши, шнуровки помогают развитию мелкой моторики, о чем мы с вами сегодня будем еще впереди вести речь. Кинетический песок. Вот мы с вами сейчас напрямую подходим к мелкой моторике. Давайте мы с вами вспомним основные принципы в работе с мелкой моторикой. Принцип целенаправленности. Принцип поэтапности, принцип систематичности, принцип наглядности, принцип адаптивности, принцип прочности, принцип интегрированности. Вот это киты, на которых строится наша работа с вами по мелкой моторике. Упражнения по развитию мелкой моторики мы делим на несколько этапов. Первое из них – это упражнение для развития кистей рук, в дальнейшем упражнение для развития пальчиков рук, и далее у нас пойдут с вами пальчиковые игры. Помочь развивать ребенку мелкую моторику мы можем через массаж, пальчиковую гимнастику и развивающие игры, к которым мы с вами скоро подойдем. Пальчиковая гимнастика играет важнейшую роль в развитии ребенка. Пальчиковая гимнастика способствует овладению навыками мелкой моторики, помогает развивать речь. Пальчиковая гимнастика развивает память, внимание, мышление, воображение. Пальчиковая гимнастика развивает тактильную чувствительность, снимает тревожность. А теперь мы с вами давайте подойдем к играм, которые способствуют развитию мелкой моторики. И озвучим их. Это пальчиковые игры. Доски Сигена, бизиборды, мозаика, конструкторы, шнуровки, бусинки, пазлы, лото, шнуровки, игры с прищепками, игры с кинетическим песком. Игры с водой, трафареты, игры с липучками, театры, пальчиковые, деревянные, магнитные. Огромное множество игр, которые способствуют развитию мелкой моторики. И через мелкую моторику мы как раз будем с вами развивать речь малыша. Обратите внимание, игры для рук. Рисование кремом по зеркалу. Мы наносим крем на зеркало и рисуем с ребенком, например, солнышко. Посмотрите, и здесь мы с вами можем формировать указательный жест, потому что мы будем вести от серединки краешком зеркала кремовые лучики. А на картиночке вы видите, как помощник, собачка, помогает рисовать. В логопедической работе незаменимы массажные щеточки,
массажные мячики, ежики. Посмотрите, пожалуйста, с каким удовольствием дети выполняют такие упражнения. Ребенок катает мяч либо щеточку между ладошками, сначала медленно, потом мы увеличиваем темп. Мы катаем и по ладошке, и по пальчикам, доходим до кисти руки. Много-много разнообразных упражнений в сопровождении стихов выполняем с колючими мячиками. Прокатывание мяча между растопыренными пальцами от большого к мизинцу и обратно правой ручкой и левой ручкой и двумя ручками. Обратите внимание в своей работе на доски Сигена. Игры с такими досками развивают зрительно-моторную координацию, память, внимание. Вызываем звукоподражание, используя такие доски. Очень хорошо стимулируется речевое развитие. Совершенствуем наглядно-действенное мышление. Выявляем способность ребенка к осмысленным действиям. Огромное количество на разные тематики в настоящее время есть с досками Сигена в работе. Пожалуйста, используйте. Деревянный театр. Для детей раннего возраста очень интересно и познавательно, и необходимо включать в работу деревянный театр. Посмотрите, с каким желанием и удовольствием детишки работают. Мы можем брать и сказку «Теремок», «Колобок», «Репка», «Заюшкина избушка». Развиваем, используя деревянный театр, понимаемую речь, обогащаем активный словарь. Не забывайте включать в работу магнитный театр и пальчиковый театр. Как и через что мы можем с вами развивать мелкую моторику? В настоящее время на прилавках магазинов много-много игрушек и разнообразных пособий, дидактического разного материала. Родители заходят, и глаза разбегаются. А что касается нас, педагогов, нам нужно с вами прицельно смотреть на те пособия, которые действительно помогут детям развивать речь, память, внимание, мышление, тонкую, мелкую моторику. И поэтому обратите, пожалуйста, ваше внимание на стенды с продукцией издательства Iris Press. Я хочу сегодня вам показать пособия, которые я использую в своей работе уже несколько лет. Пособия предназначены для детей раннего возраста. Сегодня пойдет речь о них. Пособий на самом деле огромное множество. И для раннего возраста, для детей дошкольников, для детей начальной школы. Но сегодня пойдет речь о раннем возрасте. Хочу обратить ваше внимание на кубики. Посмотрите, раз у нас с вами сегодня речь идет о детишках раннего возраста, детях 2-3 лет, вот такие замечательные кубики. Кубики к темам транспорт. Посмотрите, пожалуйста. Кто как говорит, что как звучит и игрушки. В каждом наборчике 4 кубика. Кубики помогают активному речевому развитию. Почему нам нужно с вами использовать в работе кубики? А потому что кубики, смотрите, имеют грани. Вот эти грани, когда ребенок берет за грани, кубик крутит, формируются виды захвата. Щипковые, пинцетный. В работу у нас идет кисть руки. Ребенок сосредотачивается. Идет развитие высших психических функций. Ребенок смотрит на картиночку, которая вложена у нас в нашей коробочке. Картиночек несколько, смотря какую будет ребенок вместе с нами выкладывать. И сосредотачивается, внимательно смотрит. А мы показываем. Вот грузовик. Би-би. Мы говорим правильное слово и к нему звукоподражание. Посмотри-ка, какой красивый грузовик. Грузовик
Большой, Биби, давай мы с тобой вместе грузовичок соберем. Кладем коробочку, а вовнутрь мы с вами вставляем картиночку. Здесь у нас несколько с вами картиночек. Посмотрите. И к нашему грузовику еще и стишочки есть. Вот такие замечательные карточки. Ребенок начинает крутить кубик. Помогайте, пожалуйста, ребенку. Ребенка настраиваем на успешность. Ребенок крутит, дотрагивается пальчиками до грани. И это же своего рода самомассаж. Обязательно помогайте ребенку. Посмотри, как я делаю. И ребенок по образцу будет делать, как вы. И выкладывать красивую-красивую картиночку. Что это у нас с тобой получается? Обязательно несколько раз проговариваем. Несколько раз проговариваем, идет развитие понимаемой речи. И к правильному слову машина, или добавляем грузовик, мы добавляем звукоподражение би-би, если у нас с вами ребенок безречевой. Поработали мы с кубиками. Кубики на разные темы. Это очень и очень удобно. Тема транспорт. Пожалуйста, мы можем взять пароход. Ту-ту. Поезд. Чух-чух-чух. Едет. Машинка. Би-би. Самолет летит. У-у-у. И вместе с ребенком мы выкладываем замечательные картиночки из кубиков. Не игнорируйте в работе кубики. Обязательно включайте. Посмотрите, пожалуйста, на пазлы. Вот такие коробочки у нас замечательные. Мы можем использовать такие коробки в запуске речи. Чем же они хороши? В каждой коробочке для детишек раннего возраста предусмотрены, вот посмотрите, вот такие замечательные рамочки. И к рамочкам, которые имеют геометрические формы, цвет и, соответственно, наполнение. Посмотрите, здесь животное. Мы изучаем цвет, форму и учим называть ребенка животным. Здесь правильное слово мы можем также произносить и звукоподражание. Вот, например, это у нас квадрат. Цвет какой? Красный. Пальчиком ребенка указательный проводим и с внешней стороны, и с внутренней стороны рамочки. А потом ребенок на столе среди фигурок ищет нужную. Нашел. И мы говорим ребенку, это овца. Ребенок сразу не может сказать безречевой, что это овца. Но мы проговариваем. Ребенок учится понимать. И когда ребенок вставляет эту картиночку в рамку, мы говорим, это овца. Бе. И ребенок вставил. Обязательно показываем ребенку, как левой ручкой рамочку придерживать, а правой рукой мы вставляем рамочку. В рамочку вставляем квадратик. Обращайте, пожалуйста, внимание на то, как ребенок вставляет. Или берет всей рукой, вставляет, а левой не придерживает рукой рамочку. И рамочка будет катиться у нас, ехать по всему столу. Покажите, учите ребенка, придерживайте, работайте рука в руку. Возьмите своей рукой сверху, показывайте, как вы придерживаете. Дети как губка, они впитывают все ваши движения и жесты. И с большим удовольствием работают вместе с вами. Большое количество здесь фигур. Вот такие фигурки, посмотрите, пазлики. 16 фигур разного цвета, разного размера. Очень приятный на ощупь картон, очень приятный, который к тому же практически не гнется. Такие пазлы для многолетнего использования. Я такие пазлы уже много лет использую и не нарадуюсь. Посмотрите, вот такая замечательная коробочка называется. Вот такой домик. В таком домике у нас находятся пазлы.
с животными, где мы можем учить ребенка соединять детали. Обращайте внимание на виды захвата, когда ребенок манипулирует с пазлами. Начинаем мы с вами рука в руку учить работать детей, а потом даем возможность самостоятельно поработать с пазлами. Мы с вами видим, какие пазлики у нас нарисованы на крышечке. Очень удобные коробочки в работе. И самые простые пазлики – это из двух частей. Мы от простого к сложному учим детишек собирать. Вот такие коробочки – как раз пазлики для детишек раннего возраста. Очень актуальны и интересны для нашей с вами работы. Посмотрите, вот такие вот, друзья. Здесь у нас с вами трафареты. Трафареты как раз, которые и удобны в использовании в работе по запуску речи. Когда ребенок, учим ребенка зажимать пальчики в кулачок, указательный пальчик у нас идет в работу. Ребенок называет, нажимает на поросеночка, и мы проговариваем: это свинья, хрю-хрю-хрю. И ребенок с удовольствием начинает с вам помогать подхрюкивать. Или скажет синя, или тенек. Потихонечку, помаленечку у нас будет формироваться слоговая структура слова, но звукоподражание не заставляют себя ждать, потому что красивым, нужным и вот таким ярким, интересным материалом детям очень нравится работать. Когда мы выкладываем рамочки и животных, работаем с ребенком, не забывайте, что мы можем рамочки, например, класть отдельно справа, а фигурки животных слева. И ребенку, который на занятии, например, уже трехлеточка, мы показываем, вот правая рука, что у тебя с правой руки лежит. И если у нас с правой руки рамочки, мы показываем, вот рамочки. Что у нас с левой руки лежит? Это у нас фигурки животных. И потом ребенок вкладывает животных в рамочки. Мы называем обязательно правильное слово. Кто это? Панда. И к нему звукоподражание. Ну, это у нас мишка, конечно же. Мишка-медведь у нас рычит. Я хочу сказать, что коробочки вот такие вот с пазликами и с фигурками-рамочками у нас, да, подписаны на какой возраст, но мы ориентируемся все-таки на индивидуальные особенности ребенка, потому что может данный материал подходить для детишек 2 лет, для детишек и 2,5 лет, а возможно и для 3-леточек. Потому что если ребенка привели на запуск речи, нужно ребенка нам с вами учить говорить, мы используем материал от простого к сложному. Мы накапливаем звукоподражание, облегченные слова, лепетные слова. Ребенок учится говорить первый слог. Далее уже слоговая структура будет слова формироваться. От простого к сложному идем. Поэтому вот такие интересные пособия, я считаю, нужно обязательно в работу включать. И кубики, и пазлы, и рамочки, трафаретики. Вот этот вот, посмотрите, набор кубиков. Называется «Уши, лапы и хвосты». А вот, по-моему, это вообще хит от Iris Press. Потому что здесь только игр. 50, наверное, игр можем мы с вами использовать и в нашей с вами работе. Насколько интересны кубики? Чем же они примечательны? Для каждого кубика, обратите внимание, есть для каждой стороны кубика есть свой цвет, своя рамочка. Красная, голубая, розовая, желтая, зеленая, оранжевая. Мы можем изучать цвет. Раз, во-первых, кубик, сам по себе кубик. Мы понимаем, что такое кубик, учим ребенка. И
Посмотрите, здесь мы даем ребенку, например, задание. Найди, пожалуйста, всех животных, которые изображены в рамочке красного цвета. Ребенок берет кубики и крутит, ищет. Ищет. Да, на кубиках написано, что они предназначены для детишек в возрасте от 3 до 5 лет. Но в 3 годика смело можно использовать. Я думаю, что для многих детишек в 2,5 года такие кубики вообще запросто можно и нужно использовать. Почему? Да потому что мы с вами можем учить произносить слова и звукоподражание. Посмотрите, здесь у нас папа, мама и малыш. Мы с вами видим бык, корова и теленок. Как мычит у нас корова? Му. Мы говорим правильное слово и звукоподражание. Дети с огромным удовольствием ищут и насекомых, и обитателей морского мира, птиц, домашних животных. Здесь на самом деле мы с вами можем отрабатывать много тем вот на этих кубиках. Очень яркие, красивые животные, которые изображены, понятны и узнаваемы. И мы, используя такие кубики в работе, формируем внимание. Почему? Потому что ребенок ищет рамочку определенного цвета. Формируем память. Мы учим запоминать. Посмотрите вот этот ряд. Например, козел, коза и козленок. Дети учатся запоминать папу, маму и малыша. Это же замечательное пособие для ребенка раннего возраста. Пожалуйста, трехлеточка с удовольствием с такими кубиками у нас с вами будет работать. Мы можем группировать, значит, по определенным признакам. Мы можем учить ребенка считать малыша. 1, 2, 3. Потому что здесь мама, папа и малыш. А можем с вами учить считать и до 10. До 5, потому что мы можем взять с вами, например, морских обитателей. У нас здесь на каждой же стороне есть морские обитатели, птицы есть, насекомые, животные, которые живут в лесу. Много-много тем можем с вами отрабатывать. Кубики мы можем выкладывать как в саму коробочку, так и в определенной последовательности. Мы можем выкладывать прямоугольничком, а можем выкладывать прямоугольником. Можем выложить красиво в виде лесенки. Можем змейка выкладывать. Нужно обязательно смотреть книжечку, которая выложена к данным кубикам. И фантазия здесь вот вообще просто неограничена. Замечательнейшее пособие. Вот обращаю ваше внимание. И кубики очень удобны для маленькой детской ручки. Размер такой хороший, оптимальный. Очень яркие. Качественно прорисовано. Плюс хорошо вот эта вот вся поверхность приклеена, ничего не снимается и не пачкается. Гладкие, очень приятные на ощупь. Посмотрите, хочу представить к вашему вниманию вот такие замечательные лото. IQ лото от издательства Iris Press. IQ лото представлены для разного возраста. Возраст, посмотрите, ранний возраст 3 года, для возраста 4 года, 5 лет и 6 лет. А еще у нас есть такие лото для самых маленьких. Посмотрите, вот такие вот лото для возраста 2 годика. И чем же они хороши? Вот я сейчас открою лото и вам покажу. Такие лото интересны малышам. Чем? Мы с вами достаем вот такие карточки. Не только малышам, но и нам с вами в работу. Карточки
Мы по карточкам изучаем сразу несколько тем. Например, вот тема игрушки, тема фрукты, а вот у нас тема транспорт, например. И выкладывая, например, две карточки лото, мы обращаем внимание, какого цвета контур карточки. И к нашим карточкам мы будем искать половинки. Это у нас лото на 3 годика. Для развития внимания, памяти, речи такое лото вот просто незаменимо и необходимо. Почему? Да, оно очень интересно в работе. Вот, например, я беру половиночку, подаю ребенку. Ребенок ищет, с какой же это карточки половинка. Прикладывает, нашел. Ребенок берет пальчиками. Мы показываем, как мы берем. Двумя пальчиками взяли, аккуратненько наложили указательным жестом. Мы выкладываем вторую половиночку. И ребенок учится контролировать свои движения. Здесь формируется внимание, самоконтроль, мышечный самоконтроль, движение. Здесь усидчивость формируется. Ребенок выложил. Получилась фигурка. Кто это? Это Мишка. Как Мишка рычит? О, Мишка рычит. Подаем вторую карточку. Что это? И так как ребенок у нас еще не может говорить, мы сами отвечаем. Это барабан. Как барабан? У нас с тобой звучит бом-бом-бом. Ребенок ищет барабан. Нашел и выкладывает карточку. И снова мы проговариваем, что это у тебя получилось? Это барабан. Как барабан у нас с тобой звенит? Как говорит? Бом-бом-бом. И тут мы можем с вами поработать с пальчиками дополнительно. Туки-так, туки-так. Наши палочки стучат. Вот так, туки-так. Туки-туки-туки-так. Выложили барабанчик. Обращаем внимание обязательно, как ребенок берет карточку. Потому что переворачивает. Нужно повернуть. В работу включаются не только пальчики, но и кисть руки. Ребенок может перевернуть и наложить ее половинка на половинку. Тогда здесь у нас вторая половиночка-то пустая будет. Помогите ребенку. Ребенку нужно малыша настроить на успешность выполнения задания. Карточку помогите перевернуть. Пусть ребенок держит карточку. Возьмите его своей рукой за детскую ручку. Направьте его движение, чтобы ребенок сам держал. Не мы за него выполняли, а ребенок учился. И смотрите на выражение лица, на мимику ребенка. Как малыш старается. Ребенок часто открывает, бывает такой, часто открывает ротик. Высовывает язык, помогает мышцами. Мы видим, насколько нелегко порой бывает ребенку выполнить такое задание. Но малышу хочется дальше выполнять, он с интересом делает, потому что задание такое необычное. Нравится на ощупь карточки, яркие, красивые. Малыши просят «дай, дай, дай». И подаем карточку, малыш находит дальше. Машинку выкладывает. «Что это?» И помогаем, проговариваем. Машина. Это машина. Би-би. И ребенок будет повторять сначала би-би, потом, возможно, хина, а потом уже масина, потому что ребенок маленький. И, конечно же, все звуки ребенок раннего возраста не может выговорить. И порой слоговая структура пока не сформирована, но обязательно вот многократным повторением плюс добавлением звукоподражания нам с вами и поможет запускать речь ребенка. Мы обращаем внимание на цвет автомобиля. Машина какая? Зеленая. Посмотри-ка, а рамочка желтая. Какая машинка? Ребенок дал зе. Уже замечательно. Зеленая зе. Ребенок договаривает, а рамочка какая? Желтая. Ё. Ребенок старается, включается в работу и не молчит. Для нас это очень важно
с вами в работе. И таким образом мы с вами работаем в лото. Когда наши карточки заполнены и выложены, мы с вами просим ребеночка снова показать указательный пальчик и нажимаем на каждую фигурочку и проговариваем, что у нас нарисовано. Когда все 6 картиночек у нас с вами выложены, красивые в лото получились, и мы проговариваем общим словом, что мяч, мишка, юла, пирамида, неваляшка и барабан – это игрушки. Мы, например, ребенок, детей уже к 3-летнему возрасту подводим к обобщению. Обобщение к простым темам обязательно должно уже подключаться. Обобщение к теме транспорт, к теме игрушки, к теме овощи и фрукты. Посмотрите, какие яркие прорисованы у нас картиночки. А с обратной стороны у нас тоже есть замечательные, посмотрите, какие картинки. И когда вы с ребенком поиграете в лото, мы можем с вами учить ребенка составлять из половиночек целые картинки, рассматривать их и рассказывать, что же у нас нарисовано. Здесь целые истории могут получаться. И я рекомендую, конечно же, использовать вот такие лото в нашей работе. К такому набору есть вот мешочек, где мы с вами можем хранить вот эти карточки. А еще малыш сам может запускать ручку в этот мешочек и сам вынимать половиночку и смотреть, на какую именно карточку лото будет накладывать ту лотошечку, которую он вытянул. Посмотрите, какие яркие, красивые прорисованные. Ну, одно удовольствие работать с таким лото. Уважаемые коллеги, хочу представить вашему вниманию такие замечательные книжки. Называются книжки «Зимние приключения», «Осенние приключения», «Весенние приключения» и «Летние приключения». Эти замечательные книжки, к тому же еще и с наклейками. Смотрите, в конце каждой книжечки есть наклейки. Книжки большие, крупные, есть меньшего формата. А для работы с детками, например, 3-леточками, это у нас еще ранний возраст, мы можем использовать вот такие большие книжки. Я хочу остановиться на книжечке «Зимние приключения», потому что наша любимая зима к нам уже пришла. Посмотрите, в каждой книжке прорисованы персонажи. Персонажи крупные, книжечка большая. И в такой книжке мы можем с вами работать и заниматься чуть ли не каждое занятие. Что здесь интересно и актуально? Здесь мы можем прослеживать сюжетные линии почти что с каждым героем. Вот, например, обратите внимание, у нас с вами дедушка-лыжник на лыжне. И посмотрим, куда же дедушка-лыжник едет. Ребенок, но мы не только дедушку-лыжника, мы просматриваем с вами природа какая, почему это зима, сколько снега выпало, в какую одежду люди одеты. Трактор едет, снег упирает. Мы можем с вами много-много проговаривать. И по погоде дети с интересом смотрят. О том, в какую одежду одеты. Почему? Потому что на улице холодно. Мы обязательно оречевляем то, что ребенок видит на картиночке. Посмотрели. Дальше перевернули страничку. Смотрим, где наш дедушка-лыжник. Но перед тем, как искать дедушку, обратим внимание, во что дедушка одет, какого цвета у него спортивный костюм, какого цвета штаны, какого цвета курточка, какого цвета лыжи. Переворачиваем, и ребенок ищет. Для начала, чтобы ребенку было легче,
научить, настроить на успешность выполнения задания, мы предлагаем: посмотри, пожалуйста, с левой стороны. Ищем, найди, пожалуйста, дедушку, потому что героев много. Ребенок ищет, ищет. Вот, вот он показывает, малыш. Кто это? Деда, деда. Деда, посмотри-ка, деда заворачивает за дом. И мы еще обратим, конечно, внимание, кто бежит через дорогу. Это кока, мяу, кошечка. На улице посмотрим, какая погода, идет снег. Да, ребенок будет отвечать. Посмотри-ка, а что по дороге едет? Трактор. Ребенок обязательно поможет ребенок прыгать. Би-би, трактор едет. Но мы обратили внимание, где едет дедушка. Дети с удовольствием рассматривают такие книжки. И чтобы перевернуть вам следующую страничку, нелегко перевернуть. Ребенок кладет руку, он будет притормаживать ваши движения, действия. И ребенку хочется рассматривать такие книжки. Перевернули. Смотрим, где наш дедушка-лыжник. И мы видим, дальше продолжается сюжетная линия. Дедушка-лыжник увидел Мишку, которого потеряла маленькая девочка. Здесь много-много сюжетных линий. И вот таким образом мы с вами прослеживаем. У нас целая история получается. Дедушка поднял этого Мишку, а маленькая девочка в санках сидит и плачет. Дедушка вернул потерянного Мишутку малышке. Посмотрите, малышка радостная, веселая, счастливая. Вот когда мы рассматриваем книжку, когда мы проговариваем здесь различные истории, которые происходят с героями, а истории с этими героями идут из каждого времени года. И весна, и зима, и лето, и осень. Мы можем посмотреть, что этот дедушка у нас, лыжник, чем занимался, каким видом спорта весной, а что он делал осенью, летом. И у каждого практически героя мы можем с вами проследить. Дети с удовольствием рассматривают, проговаривают. И когда заканчивается занятие, ребенок часто такого берет вот такую книжку, несет маме, показывает. Потому что детям эти такие книжечки очень и очень нравятся. Родители проявляют интерес к таким пособиям. И а нам с вами нужно, чтобы обязательно была обратная связь. После каждого занятия, помимо того, что мы рассказываем, как проходило занятие, какие задания мы выполняли, обязательно рассказываем о том, какие движения мы выполняли с мелкой моторикой, как мы развивали с вами речь, и внимание, и память, мышление, все же ведь взаимосвязано. Включаются в работе на логопедическом занятии все высшие психические функции, плюс моторика. И показываем, на каком материале мы работаем, что мы используем в работе. Я всегда показываю своим клиентам, родителям, которые приводят детей, бабушкам, дедушкам, какой материал я использую. Обязательно открываю и показываю. И родители проявляют интерес, отвлекаются от своих телефонов, спрашивают, в каком магазине продаются, можно ли купить через интернет. Да, такая продукция продается через интернет. И можно любые из представленных пособий приобрести через интернет и заниматься дома с ребенком. И с карточками, и с лото, и с прищепками, и с пазлами, которые я представила сегодня вашему вниманию.